Вот идем по зайцу. Маленько подранил я его. Отстрелялся два раза. Но не получилось сразу добыть его. Идем по следу. Еще один отстрелялся тоже. Но далековато. Вот я шел с ним, уже три раза ложился, не мог все его взять. Не видно было, что соскакал. Вот все-таки залег он тут. Мне удалось добыть подраночка этого. Вот она, да. Кровь у него, вот она прежняя была. Да-да, вон. И вот он, выстрел удачный. Дроп, видим, как легла хорошо. По следу прям. И вот он, зайчишка. Ай, такой зайчишка. Хороший. Русак такой здоровенький. Ну, смотрим, какой. О, какой. О, какой. Репейника нацеплял тут на подбородок. Это какой зайчишка. Добыл наконец-то его. Фу. Километров, наверное, с пяток за ним прошел. И вот такой вот зайчишка. Возможно, вот не передняя, а задняя нога. Вот она кровила, поди. Возможно, перебито было. Потому что на следу бороздил. Вот так вот. Такая вот охота получилась красивая. Трудовой зайчик.